Всем привет, с вами я, Заза, и сегодня мы будем проходить очередную миссию, уже именно миссию в GTA Liberty City Stories. Почему миссию? Да потому что у меня нету особого времени сейчас на прыжки или на еще что-либо, там, на рэмпейджи, поэтому проходим миссию за Винченцо Dealing Revenge. Так, давайте посмотрим, о чем они говорят. Конечно, я думаю, вы не понимаете, без перевода, но, к сожалению, я не собираюсь ставить перевод. Потому что, ну, я не люблю играть в какие-нибудь там игры с русским переводом, хоть и есть уже нормально, но мне как-то приятнее английский все-таки. Итак. Так. Давай. Это подмиссия. Ой, подмиссия уже. Привык совсем. Эта миссия очень хороша. Хороша, говорю. Очень проста. Уж совсем с этой школы, поверьте, помешался. Совсем заплетается язык. Несу я всякий бред. Я даже не удивлюсь, если я сейчас эту миссию еще ухитрюсь провалить каким-либо образом. Так вот, по поводу подмиссий и всяких там рэмпейджи и прочего. Когда у меня будет время, то мы, конечно же, пройдем рэмпейджи и прыжки. Уникальные прыжки. А вот под миссией полицейского, как многие думали, ну, раз медик был, пожарник был, то сейчас наверняка полицейский будет. А вот тут небольшая у меня хитрость есть. Я ее буду проходить намного позже, уже когда мы будем в Стаунтоне. Я думаю, позже вы поймете, почему. Сейчас это будет небольшая, ну, интрига, так можно сказать. Итак, нам надо убить дилера, хотя у нас, в принципе, есть оружие. Мы можем сделать тупо вот так, но по сюжету игры еще предполагается, что у нас ничего из этого нету, вообще мы можем драться только кулаками. Но так как мы же решили проходить в начале подмиссии, и так как мы умнее, чем игра, то можем спокойно так вот делать. Даже огнемет этот есть. Не хочу я тратить на него дробовик, как-то уж слишком. Не то чтобы жалко, но, в общем, жалко. И хотел еще сказать то, что с этих синдака падает довольно много денег. То есть это будет, ну, как бы и наши награды, если так можно считать. Если, я уже не помню, просто дадут нам награду за эту миссию или нет. Ну, посмотрим, в общем. Так, еще один синдака. Нет, не она. Поднимается. Бежит и умирает. А, да, нам дали награду, но заметьте, денег мы с синдака тоже немного собрали. И, в принципе, это хороший подспорье. И вот видите, Capital Autos in Harwood looking for a new salesman. If you want to make some extra money. Конечно, extra money мне уже в принципе не нужны с 62 тысячами с половиной. Но эту подмиссию мы тоже будем проходить. То есть, проходя сюжетные миссии, мы открываем некоторые новые подмиссии, что в принципе хорошо. Потому что если пройти все заранее, то это будет уже неинтересно. А сейчас спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока.